Сережа, дело в шляпе. Нюхай бебру. Она пишет эту хуйню, что меня задеть. Су нахуй шлите. Саня, смотри, он прогнил весь. Я... Ну ответь мне на вопрос, Сань, ну не игнорируй меня. Приехала Настя. Потому что я забочусь о своем здоровье. Негативно. Ну, Жек, приедь сюда, я тебе объясню. Нет. Без объяснения причины, вы никогда в жизни это не узнаете, и мы никогда в жизни это не скажем, вы будете это спрашивать. Сука. Человек просто одним словом рушит половину. Как вы думаете? Как у меня просто давай из-за сюда того, что кожа такая, меня восприняли неправильно. Давай тут, брат. Тебя сиди. Дали военник за кожу? Пацаны. А нахуй ты на таблетках сидишь? Пацаны. Это две разные вещи. Бля, льется, пацаны, что за хуйня? У вас нет спор. Бакула с кашей упитной пятку, смотри, давай сиди. Что за вода? Вы что, ёбаный? Это бакула разлил. Что за хуйня, пацаны? У меня же, Паша, у меня же кожа дерматографическая крапивица. Помнишь, там у типа... У меня 12, брат. От военки откосил. Сколько? А нахуй ты на таблетках сидишь? Это другое. А у меня был скостой. Не, про тебя просто 105 лучше не говорить. Тоже я начну тоже. Она пишет эту хуйню, что меня задеть. Я ее блокирую так же, как любой хуйня. Миша пишет, Миша, ты плакса. Он блокирует. Так же я пишу. Саня, у тебя спит, я так же ее блокирую. Потому что мне неприятно. Я блокирую только тебя. Я проходил. Дам тест показать. Все, выпью за вас. Не лезал. Не за положительный тест. Отвечаю. Нет, кто плюс, ставьте плюс, чтобы показал тест. Что ты пропустил, братан? Мы выиграли сегодня $400 на... $450. Потом мы час пытались их вывести. Поняли, что нельзя вывести деньги. Набухались. И идем скоро спадки. Только... Но я реально считаю, что такое в чат модер не должен писать по отношению к кому-либо. Тише, тише, не модер. Не модер. Она на модере была. В первую очередь Анастасия. Нет. Девушка, которая появилась здесь просто потому, что ты захотел. Потому что ты сказал, что она хорошая. Душишь. Ладно, окей. Ахуй, душ вышел нахуй. Дай мут. Душишь. Дай мут. Нет, не мут, если это пишет чат. Миша пишет, плакса он блокирует, а я блокирую тех, кто мне пишет про какую-то, ну, плохую болезнь. Я не пишу, что плакса заблокирует. Нет, там про Андрея вопрос ты сразу блокируешь. Миша, иди нахуй, плакса, ты блокируешь. Также я блокирую про смертельную болезнь. Имей разницу, смертельная болезнь. Смертельная болезнь или Миша плакса. Он блокирует это. Я блокирую про поводу смертельной... Ты то, блокировал ни разу. Ну, видишь? Опять 200. Она меня батит. Ну, Егор, ну понимаешь, то какая-то дура. Ну, Дубс, просто пойми, ты что иногда... Ты ведешь иногда... байт, блядь, школьников. Баку... Ну, Сань, иногда всё, тема просто закрыта. Личное не должно соприкасаться пацаны с контентом. Но мне неприятно, а что мои на модере баны такая дура. Это чувак, именно соприкасаться пацаны с контентом. Ты не, не был, считаю, когда я был в той школе, ты не был. Ставь туда. А когда тебе пишет туда девочка, что да? Куча спит, это ложь, просто потому что она не скинула тебе справку, просто ставь. Это никак, не в этом дело. Это никак я не должно... Я тебя, кстати, просил об этом не это говорить. Это никак не должно подтверждаться. Не надо не говорить. Но ты же банишь. Я банил, потому что... Ну потому что ты уже контактируешь с этим. Почему я не могу? Ты сегодня до Бакулы доебался, до меня. Не лезь в чужое. Имею право. Не имеешь права. Мы не твоя собственность. Тебе даже так написано. Бакула тебе... Нет. Какое ты имеешь право? Это его личная жизнь. Как он поступает, это неправильно. Право я имею. Бакуле не стоит. Не стоит. Он поступает Бакуле неправильно. У тебя есть единственный выбор. Либо сказать, Бакула, ты Бакула сколько? Выгоняй. Подожди. Либо Бакула оставайся. Все, на этом мое слово закончено. Не, ну я просто пить. Закончено. Да, все, я сказал. Ты Бакула ты либо... сколько знаешь? Знаю? Но... Ну, класс из 10-го. А притянул его сюда. Когда? Притянул? Так вот. Давай вот не тянуть. В этом Миша и корень весь. Ты его как... Это как твой протеже. Ты за него... Да, типа, я за него ручаюсь. Ты ручаешься. Печешься. А может и не а стоит? А по факту это а пацан, это который... такой же чувак, который пришел просто это на стримы помочь. Это чувак, который старше нас, а мы его чему-то... Да пускай делает, что хочет. Да! Лишь бы ему хорошо было. Займи эту хуйню. Не бери на себя дохуя. Не стримал. Нет, я согласен. Он сог... Я согласен. Более обязательств, хотя бы между нами есть. Спидом болеешь. Подожди. А? Не стримал. Сань, так это спидом болеешь? Нет, у меня справка, я проходил эту хуйню. Да? Покажи. Да. Нет, а что тогда банишь девушку? Я ее баню за то, что она меня как бы в этом обвиняет. Ты меня на эту хуйню банишь. Ну зачем это? Она пишет мне плохую... Она присылает мне плохую болезнь. То есть я скажу, у тебя там рак, пожелаю тебе. Я здоров, я проверяюсь. У меня есть электронная справка, могу прямо сейчас показать. Но я не поведусь. Я покажу тебе, Жеке покажу. Я проходился, я очень часто проходил эту хуйню. Но, чувак, нет.
донатер баланс USD, да, который донатил, а потом он что-то тебе задонатил такое, из-за чего ты обиделся, послал его нахуй, сказал, я твою мать ебал, ты уебище кончил. Ну это же лично. Так почему же ты лично Саня, Егор, Рахов, Бекла, норм, пацаны, реально, крысу нахуй шлите. Саня, смотри, он прогнил весь. Я тебе про это писал в начале. Миша, съебись уже. Реально заебал. Спасибо за Надь. Лично от меня трахал. Нет своего мнения. Я понимаю, что иногда не нужно прислушиваться к своему мнению. Но когда человек начинает просто нести дичь, ему объясняют, что ну Санёк... Ну если бы он эту дичь нес, он бы не был Саня. Объясни, Миха. Ты сгораешь, когда я понимаю, там человек 10 спамит в чате какую-то хуйню про популярную тему, ты знаешь это. Не, нет, это... Я это понимаю прекрасно. Почему я тебе объяснял. Потому что это трогает и тебя. И что, ну, и как? Ну, так же трогает. Ты не поймешь то, что задевает а его, я не пойму, он не поймет, что задевает тебя. Просто тебе же смешно. Но я это примучиваю. Да. Сейчас ты говоришь, что со смехом а с его все не смешно? Я когда ты говоришь, тоже смеюсь, да. Миша. Нет. Потому что нет. Это вас и делает людьми. Нет. Да. Миша. У каждого своя болячка, которая задевает нас по-разному. Просто я держу. Я не хочу есть. Иди протри свою подушечку влажной салфеткой и так далее. Вот в чем твоя проблема, Саня. Иногда ты слишком нежный. Ну, по крайней мере, потому что я слежу за собой. И это немножко. А не могу не мыть 3 дня. И кайфую от того, что грязная мылка из грязной посуды ем. Мне неприятно, мылка. Чувак. Саня, он тебя душит. Он хочет душить. Душит. Он любит. Душит. И поэтому ему не заплатили. Да, Сань, тебя, потому чувак. Что я вижу, что у тебя есть немного в этом косяки. Миша, а ты пытаешься их на них игнорировать. А меня называют крысой в этом плане. Саня, душит. Душит? Ты? Да, да, я вижу. Ну, я не... Что ты не хочешь? Ну ответь мне. Крайне. Ну ответь. Крайне. Баба к тебе приезжала на стрим. Ты сказал, пацаны, не приедет нереально жесткая девушка. Просто под стримы огонь. Кто приехал? Ну ответь мне на вопрос, Сань. Ну не игнорируй все, меня. Приехала Настя. Потому что я забочусь о своем здоровье. И правильно делаешь. Приехала о, Настя. Подожди, о, приехала о, Настя. И второй. Давай. Сань. Вот. А пока ты будешь пытаться душить своих и вывести их на эмоции, у своих. Тебя боль продолжается, чувак. Всегда. Да, поэтому, когда я у тебя спрашиваю важный вопрос, ты что говоришь? Какой важный? А, не важно, в принципе, вообще, в принципе. Ты, главное, с друзьями со своими созвонись и спроси у них, Саня, а что было сегодня не так. Да. Да. Я считаю Жеку таким же другом, как тебя. Да, хорошо. Потому что он смотрит со стороны, а не здесь. Отлично. И он говорит, чуваки, вы так нахуй вы так негативите друг друга, нахуй вы на себя гнобите. Для чего? Вам нет позитива, вы делаете все настроено, ради чего непонятно. Егор, ваши комментарии. Вам нужно стараться, а не друг друга топить. О, вот и все. Же. Поэтому забань полчата. Я не к полчата забаню. Заспамьте, что у него спи. Давайте посмотрим, кого он забанит. Видишь? Человек просто одним словом рушит половину. Как вы думаете, это того стоит? О, косишься? Косишься на чат. Да, я смотрю на чат. Да, Миша под мифом, да, нюхаю каждый день. Ну-ка, зазвини-ка. Я просто нереальную новость сейчас вам пиздану. Бакула будет пятым. Он завезет просто нереальную тему. Вы такого не ожидаете. Везу я Бакулу сюда. Вы все видите, что сейчас происходит. Почему мы давим на Лизу? Потому что он сам. Мы ничего не против не имеем. Ебать, согласись. Вы негативный. Ну, Жек, приедь сюда, я тебе объясню. Не, Жек, просто я про... насчет Лизы, типа... мы. Он говорит просит... правильные вещи. Мы насчет нее просто не имеем. Блядь, да пусть хоть, блядь, любит. Прям я есть. Привел Вьетнаме. Бакулу как человека, которого все знают. Я думал, что Бакула... Окей, условно будем, если уже прям правду говорить, это человек, который привлечет за собой каких-то, блядь, новых подписчиков. Если вот мы, допустим, начали что-то делать, и вот есть вот проблемы, которые, ну, нужно, как бы, блядь, либо мы выясняем их на стриме, либо мы их никогда в жизни не выясняем, и человек просто исчезает без объяснения причины. То есть, ну... Ебало. Либо Бакула исчезнет просто потому, что вот так нам всем захотелось вдруг. Без объяснения причин. Вы никогда в жизни это не узнаете, и мы никогда в жизни это не скажем. Вы будете это спрашивать. Либо мы решим это как-то вот у вас на глазах. Вот как-то пообсуждаем. Ну вот, и что лучше?
чтобы Бакула просто завтра ушел? Или мы как-то с ним это обсудим под камерой? Хотя он говорит, что не, я не хочу это обсуждать. О, как это плохо. Это... Поймите еще про то, что мы говорим про Бакулу. Мы спим просто вместе, понимаете? Мы спим вместе. Грубо говоря. Живем вместе, срём вместе, моемся вместе. Мы все вместе делаем. Мы готовы вместе. И когда человек увидится со своей женой и потом говорит, фу. Вот даже сегодня, я вам говорю дословно. Представьте, что это общага, грубо говоря. Вот, дословно я вам говорю, что говорит Бакула. Ненавижу людей, которые мной манипулируют. Это вот его... Ставит. Которые ставят ультиматумы. Вот, говорит Бакула, я ненавижу людей, которые ставят мне ультиматумы. Ну, как вы думаете, про кого это может идти речь, если он с единственным человеком виделся в жизни? Ой, не в жизни, блядь, а вот за сегодня. Вау, я там, блядь, несу хуйню, превращаюсь в человека, который, блядь, ставит ультиматумы.